В эфире прогноз погоды. Здравствуйте, с вами я, Мария Мордвинцева. 6 апреля был посвящен такому празднику, как Благовещение. Славяне старались переделать всю срочную и важную работу. Чуть позже я поделюсь с вами своей информацией об этом дне, а пока о погоде в Туле и области на ближайшие сутки. В Алексине градусник термометра покажет плюс 8, плюс 15. В Ефремове плюс 7, плюс 15. В Белеве плюс 10, плюс 16. В Новомосковске плюс 7, плюс 15. По прогнозам на 6 апреля температура в Туле будет колебаться от плюс 7 до плюс 15 градусов по Цельсию. Преимущественно облачно, возможен дождь. Влажность воздуха составит 70-88%. Ветер южный до 8 метров в секунду. Возможна небольшая геомагнитная активность. Будьте внимательны, следите за здоровьем. Считалось, что именно 6 апреля можно покаяться в грехах и получить право посещать храм, в который не пускали тех, на ком висит тяжкий грех. На сегодня у меня вся информация. Будьте здоровы! С вами была я, Мария Мордвинцева. Увидимся завтра в это же время. Сегодня, когда страна демонстрирует мощь, выступает гарантом мира и спокойствия, когда огромные силы брошены на перевооружение страны, служба в армии – выбор настоящих мужчин. Те, кто не боится трудностей и смело смотрит вперед. В сложившейся политической обстановке мы должны продемонстрировать всему миру единство русского народа в стремлении защищать отчизну. Как отметил в своем послании наш президент Владимир Путин, в России создана современная высокотехнологичная армия, сердцем которой является преданный своей родине офицерский корпус. Верность слову и делу, честь и мужество, понимание долга и ответственности – эти качества были присущи не только героям Великой Отечественной войны. Сегодня их внуки и правнуки отдают своей жизни, выполняя воинский долг. Они становятся примером для новых поколений, примером верности данному слову, выбранному пути, присяге и воинскому долгу. Александр Прохоренко, Роман Филиппов, Олег Пешков. Таких военнослужащих нет и не будет ни в одной армии мира. Будем же достойны памяти героев России. Сохраним и приумножим славу нашей армии во имя мира и добра.